Гости благородного происхождения. В окрестностях Мяса на небольшом водоеме уже несколько лет подряд селятся лебеди. Местные жители их практически приручили, кормят овсом и защищают от браконьеров. Однако сейчас переживают за судьбу птиц, почему выяснила наша съемочная группа. Этой истории 10 лет. Из года в год на разрезы в районе мебельной фабрики весной прилетает пара лебедей. Осенью улетают уже с потомством. Прилетают. У меня есть записи. В апреле, в конце. В середине апреля. Чтобы следить за пернатыми, местные жители даже ведут специальный дневник. Отмечают моменты прилета птиц. Для них лебеди как родные. Мясцы стараются оберечь их от охотников. Птицы настолько привыкли к заботе, что даже дают себя сфотографировать. А весной питаются овсом прямо из рук детей и взрослых. И подкармливают, и вот мы ходим постоянно, это смотрим. Как бы нам это очень нравится всем. И никто, ни ребятки, ни малыши, ни взрослые, никто не обижает. Как бы очень красиво, и фотографируем, и с ребятками ходим, уж как можем. Лебеди ведут себя спокойно и не боятся окружающих. Две белые птицы постарше, серые их потомство. Местные жители рассказывают, что в этом году малышей было 5, однако уберечь всех неразлучники не смогли. Гостят птицы на водоемах в районе мебельной фабрики до ноября, однако в этом году из-за позднего выводка задержались в окрестностях Мяса. На днях на небольшом водоеме встанет лед, и местные жители опасаются, что благородные птицы не успеют улететь до холодов. Они обращаются к орнитологам за помощью, чтобы спасти семью лебедей.